определять будем влажность бетона, бетонных образцов. Вот открываем. Нагреть, затем измерить, а потом разрушить. Здесь поэтапно под чутким руководством лаборантов испытания проходят практически все строительные материалы. Подождите, пока стрелка остановится. Не спешите. Вот, все. Теперь можно нагрузку уменьшать. Да. Теперь сбрасываем. Выключаем насос. Высокотехнологичное, испытательное и измерительное оборудование – редкий и новый прибор, применяемый для корректного определения свойств грунтов. Приборы для определения непроницаемости, теплопроводности всех видов материалов. Современная лаборатория – первый этап проверки безопасности будущего строения. Наши исследования востребованы также в строительном комплексе Ульяновской области. Это предприятие по производству строительных материалов при сертификации своей продукции, а также строительные организации проверяют качество выполненных строительно-монтажных работ. В атласе новых профессий до 2030 года благодаря работе такого центра появятся сразу две современные квалификации. Специалист по модернизации строительных технологий и специалист по перестройке и усилению старых конструкций. Лаборатория востребована, во-первых, в учебном процессе, во-вторых, она востребована также для строительной индустрии. Нам приходят заказы, мы иногда их тоже выполняем для промышленности строительства. Строительных материалов, для строительства, для строительных организаций. Вот мы в том году несколько заказов сделали, в этом году у нас есть заказы, хотя несмотря на пандемию. Временные испытания разные, от 5 минут до нескольких недель. Есть эксперименты, которые длятся полгода, начал и жди. За это время студенты успевают выполнить массу других задач, как теоретических, так и практических. Второе, ученики предпочитают больше. Исследовательско-научная деятельность всегда была на первых позициях. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.